будет все сбываться. Сочиняй мечты. О чем вы мечтаете? О чем мечтаю? О том, чтобы как можно меньше все люди болели. О должности президента. О семье. О семье? Да. А есть какая-нибудь там девушка на примете? Ну да. Встречаешься с кем-то? Нет пока. Нет? На примете. Ну, видите, ладно, иду. На примете. Да. Классно. Вон, девушка на примете. Все, спасибо. Все. Я мечтаю сейчас доехать домой, поужинать, получить завтра зарплату. Ох, как классно. И обо всем хорошем, о том, что мечтают люди. Класс, спасибо. Трудный вопрос вообще-то. Создать семью, родить двоих детей. Ну, самая такая большая мечта какая у вас? Не знаю, наверное, чтобы не было конца света. Так его и так не будет. Ну, а вдруг мало. Ну, а личная какая-нибудь есть мечта? Найти любовь. У вас нет любви? Нету. Ни о чем. Мне все удалось, все нормально. Хочу, чтобы все дети, которые больные, были здоровы. Да ни о чем. Такой может мечтать молодой успешный парень. Не знаю. О счастье. О счастье? А что, ты не счастлив? Ну, счастлив. Ну, а можешь свою сказать самую большую мечту? Не знаю, не мечтаю ни о чем. Вообще у тебя все есть и ничего не хочется. Да? Везет. Ты о чем мечтаете? О любви. О любви. О чем я мечтаю? Ну, да быть богатым. Ну, я и так богатый. А зачем об этом мечтать, если ты и так богатый? А не, хочу себе машину красивую. Пока без возможности нет. Здоров, цыганям ничего не будет. Таня, при чем ничего не будет? Они просто свободный народ. Не, вопрос в том, о чем ты мечтаешь. О чем я мечтаю? Да. О своей жизни, чтобы у меня все было наилучшее. Правильно? Правильно, хорошая мечта, денежка. Да. Так и надо. Девушка есть, уже скоро вот летом женюсь, свадьба будет. Ну а вот самая твоя большая мечта? Самая моя большая мечта, чтобы я вырос. Да нет, я и так. Самая большая мечта, чтобы у меня был сын. Вот что у меня самая большая мечта. Ну все, спасибо. Пожалуйста. Дайте самую свою большую мечту. Большая мечта, чтобы мои дети добились всего в жизни. А ваша конкретно, ну а если думать о себе, своя есть какая-то, а не о детях, если? Ну если чисто меня, то, наверное, есть жизнь, которую свои мечты. Ну самая главная мечта, конечно, это заработать ту сумму, которую ты думаешь. А на что ее потратить, эту сумму? На семью. На себя. На опять себя. Вернулись к семье, да? Да. Все равно надо, я считаю, надо думать о себе прежде всего. Ну, есть у меня одна мечта, если дать мне большую сумму денег, на которую я потрачу, это в первую очередь я построю себе дом. Есть миллион шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты. Есть миллион шансов, что скоро будет все сбываться. Да, сочиняй мечты. Есть миллион шансов, что скоро будет все сбываться.